домашний майонез за 2 минуты, который всегда получается и идеально подходит для заправки салатов. Маринованные яички с чесноком. Пока мы начнем майонез делать, поставим 4 яичка вариться для салата. Домашний майонез, который всегда получается. У нас в Турции майонеза, майонез есть, но он не такой вкусный, как наш, и цены на него довольно-таки недешевые. Поэтому на салат я использую свой майонез, потому что на наши русские салаты уходит майонеза очень много. И он абсолютно ничем не хуже заводского. Нам нужно масло. У меня здесь 200 грамм, 200 миллилитров. Вы можете немножечко меньше. Но чем масло больше, тем майонез будет гуще. У меня масло оливковое. Чтобы майонез получился, сейчас я вам покажу секрет. 1,5 чайной ложки уксуса. Я беру в Турции вот такой уксус 6%. 1 чайная ложка соли без горки. И 1 чайная ложка сахара без горки. Теперь смотрите внимательно. Берем одно яйцо, желательно, конечно, домашнее. Бросаем его туда. Ставим блендер прямо на желток, не поднимая, не шевеля его. Мы таким образом начинаем его взбивать. У нас получается вот такая пена. Как только пена у нас начала появляться, вы можете уже спокойно все перемешивать вместе. Забыла сказать, можете добавить туда горчицу. В Турции она у нас называется хардал. Но у меня дети не особо ее любят, поэтому мы... Если вы хотите его более жидкий, добавляйте тогда масло меньше. Если более густой, масло более побольше. Вот такие 4 яичка у меня получилось. Нужно сварить их очень вкрутую. Это у меня домашние яйца, поэтому они еле-еле я их почистила. Но если у вас будет красивее, это, конечно, хорошо. Нам нужно их аккуратненько порезать пополам, не задев, не порвав белок. Вот таким и вот теперь образом. Аккуратненько, опять же, не повредив белок, бросаем желтки все в одну чашечку. Вроде бы как яйца на новогоднем столе, но это действительно мне лично очень нравятся они. Пилки пока уберем. Берем 3 средних зубчика и нужно натереть их на терке. Можете выдавить, разницы нету. Майонез у меня домашний, только что вам показала, как его делать. Он у меня соленый. Начну пока без соли, 2 столовые ложки. И буквально 1/2 чайной ложечки черного перца. Нам нужно это все хорошо однородно пожамкать. Вот такая однородная масса у нас получилась. Соль я не добавляла, потому что майонез, если вы будете делать мой майонез, он довольно-таки соленый. И нам нужно теперь заполнять наши яички. Заполнять нужно с горочкой. И довольно-таки аккуратно. Ну, я не знаю, у меня все, кто гости у меня, когда приходят, у меня эти яички на столе не остаются. Они у меня все съедаются. И вот такие вот яички у нас получаются. Можете их сверху украсить листочком петрушки. У меня сейчас ее, к сожалению, нет. Если вам было полезно это видео, обязательно подпишись на канал и обязательно поставь лайк.